Уважаемые жители Хургады, граждане Российской Федерации, завтра, 1 декабря, в помещении нашего образовательного центра будут проходить выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Убедительно просим вас принять участие в выборах, приехать и отдать свой голос. Для вашего удобства мы организуем трансферы от кафе «Макдональдс» на улице Шаратон в 10 утра и в 7 часов вечера и от магазина «Папирус» напротив района Мубарак-2 в 12 часов, в 15 часов и в 18 часов.